Привет, ребята! И в этом видео я вам покажу, как мы будем играть в Bed Wars. Да, мы будем играть в Bed Wars. Заходим на наш сервер. Вот такой вот обычный сервер, как всегда. Ничего интересного. Обычный SkyWars. Так, давайте выберем режим. Давайте в этот раз сыграем в SkyWars, а в следующем видео сыграем в Lucky Wars. Давайте реально в SkyWars сыграть, попробуем. Так, что-то не получается войти в SkyWars, смотрите. Давайте тогда попробуем отсюда, что ли. Что SkyWars не работает. Лучше Bed Wars сыграть. Давайте реально Bed Wars сыграем. SkyWars может получится в следующем видео запустить. Ладно. А ну а мы погнали играть. Так, все, играем. Заходим в портал, чтобы начать игру. Вот мы начинаем игру сейчас. Должен быть подбор игроков, по-моему, да. И подождать, когда запустится игра. Да. Да, когда запустится игра. Можно выбрать команду. Давайте за красных играть. Будем играть за красную команду. И давайте в следующий раз сыграем в Lucky Wars. Попробуем сыграть. Да, в Lucky Wars сыграем. Вот у нас зеленая команда, к сожалению. Какой-то странный был подбор команд, если честно. Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Попробуем, что ли, прокачать себя. Ну, прокачать амуницию, оружие, лук купить хороший, броню. Вот что попробуем сделать в этом видео. Ну, что тут есть у нас? Железо. Можно, да, получить из этого источника, из этого рудника или что это такое. Вот. Вот что довольно-таки... Есть интересного. А еще и там есть разные команды, с ними можно сражаться. Так, нас что-то слепили. А, все. Что-то странное было довольно-таки. Ладно, давайте хотя бы меч купим для начала. Так. А, да, реально, давайте меч, короче, купим. Допустим, вот такой вот. Вот такой меч мы купим для начала. Это такой стартовый наборчик будет. Может, завалим его? Ну, завалим еще хоть. Хоть тут нападает на нас. Так. Ну, а мы тем временем можем купить другой меч. Допустим, железный. Да, реально, железный можем купить мы. Какой-то синий тут чувак бегает. О, какой-то бактик с турбо. Так. Это что было? Нас пытаются убить. Мы проиграли. Стоп. Странно. Да, мы реально что-то проиграли. Ладно, давайте еще один раз попробуем сыграть. В этот раз будем поумнее немного. Ладно, да. Действительно, должно у нас все получиться. Ладно, короче, заходим в Bed Wars. Давайте прыгнем вообще сюда. Вот портал. И знаете, что мы попробуем в этот раз сделать броню более посильнее получить, скажем так. Да. И, кстати, ребят, наконец-то я уже снял видео. Вчера я не снимал ничего, потому что не хотелось. А вот сегодня захотела уже. Заснять новое видео. Какая у нас синяя команда. Довольно-таки неплох. Так, где этот источник был? Тут, что ли? Да, тут. Это вот источник железа, золота. Всякого такого. Всяких таких вещей. Для кого-то интересных, а для кого-то не очень. Так, мы чуть не упали что-то. Нам реально чуть не упали. И давайте. Тут реально можно столько всего купить. Ну, давайте, знаете, что купим? Что тут можно вообще купить? Давайте для начала хотя бы прикупим лук, что ли, попробуем. Не, давайте лучше купим меч. Допустим, такой какой-нибудь меч. Самый простой. Ой, блин, что-то мы не купили. Блин, 10 слитков. Так. Что-то... А, все, вот. Так, все, покупаем, короче.
вот меч. И идем валить всех. Ой. Так давайте завалим их. А, он сам умер. Ладно, давайте пойдем на их другую локацию, короче, чтобы их выследить. Надо их выследить, этих чуваков. И должны мы их, соответственно, и одолеть. Видео будет коротким, 10 минут. Так, вот мы ходим тут. И зашли мы на источник, на чужой источник. Ход с зеленой командой. Да, ход с зеленой, да. Зеленая? Да. А, стоп. А это... А, давайте так... А как они нас так бьют? Ой, они нас что-то победили. Ладно, давайте уже знаете, что... попробуем сделать. Немного по-другому. Да, немного по-другому сделаем. Ой, немного не то сделаем. Давайте отключимся. И пойдем вот на... Ой, блин. А, немного не то я сделал, если честно. Давайте вообще уж на вот этом сервере сыграем. Вот в этом видео. Если даже наберет 5 лайков, то видео выйдет сегодня. Да, именно сегодня. Так, что тут? Что-то пишут тут. Ладно, давайте вообще еще одну битву сыграем, наверное. Да, этого хватит точно. Одной битвы еще будет достаточно, думаю. Да, достаточно будет. Давайте прыгнем в портал. А, вот игра начинается, все. И будет бой. Мы играем за красную команду. Наконец-то играю за красную команду, я просто счастлив. Это очень круто. Так. Что-то нам ничего не дают тут. А что он застыл? Почему? Что застыл игрок? Вообще стоит тут. Получает эти слитки. А, все, давайте уже купим железный меч. Ой, не железный, а даже не знаю, купить можно. Тут столько всего есть. Давайте для начала, допустим, самый простой набор купим. Вот такой вот меч и палочку. И теперь, не знаю, что еще можно сделать. Просто давайте походим, попробуем кого-нибудь убить, даже не знаю. Кого тут можно убить? Так. Можно просто тут убивать, наверное, каких-то людей. Главное, чтобы мы не слились, а то будет это очень, скажем так, плохо. Если мы сольемся. О, мы играем с зелеными, круто. Тогда такого не было. Хотя было, но мы, по-моему, за зеленых играем, короче. Так. Как нам тут забраться? Так. Как-то забраться надо. А. Вот мостик. Давайте по мостику пойдем. И вот, и у нас должно все получиться. Потому что мы должны всех одолеть. Да, ну некоторых хотя бы. Одолеть чуваков. Ну что сказать по поводу этой мини-игры. Так, вот такая вот игра была. А, да, вот так вот мы играли. Так. Да, вот так мы играли неплохо. Скажем так. Ну что еще можем сделать тут интересно? Давайте прикупим вообще оружки. Вот такие какие-нибудь. И меч. Наконец-таки железный, к счастью. В следующем видео, думаю, будем играть железным мечом. Потому что нам надо будет скоро прощаться. Жалко, что нам скоро прощаться будет. Наша команда выиграла, хотя мы ничего не делали. Да, реально, наша команда выиграла. Ну что, вот такое вот было видео. Всем пока, вы были на канале Питерский обзор игр. И мы играли в игру SkyWars. Bed Wars в Майнкрафте. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. На этом все. Всем пока.